Доброго времени суток зрителям, изучаем гостям нашего канала. С вами Росси, мы находимся на роли Game Online, и это рубрика геймплей и летсплей. Если я не ошибаюсь, это 8-е видео. Сегодня мы с вами рассмотрим такую игру под названием Bounty Train. Это игра про железную дорогу в США, Дикий Запад. В общем, это RPG про железку, про таких вот потных мужиков, которые в то время закидывали в топку уголь и мчались вдоль и поперек Америки и привозили товары и пассажиров, собственно, по бескрайним просторам своей родины. И сегодня я в нее еще не играл. Это будет мой, как бы, первый опыт в игру. Давайте начнем новую игру. Свободная игра. В свободной игре сюжетная линия отключена. Карта открыта для экономических подвигов. Настоятельно рекомендуем пройти кампанию перед тем, как играть свободно. Тогда, соответственно, выбираем кампанию. Сложность берем нормально, потому что мы крутые пацаны, поэтому будем играть только на нормальном уровне. Так, используйте стрелков с ружьями для поражения дальних целей. Ага. Собственно, я почему-то думал, что тут нужно будет просто брать паровозики и ехать, но походу нужно будет что-то еще раскачивать. Так. Бам-бам-бам. В первое впечатление, графика такая, как стратежка. Отличненько. Давайте немножко вам сделаю тише, наверное, еще музычку. Вот так вот. Чтоб мой, как бы, ясный голосочек было вам слышно. Так, левый клик на персонажа, чтобы поговорить с ним. Давай. Добрый день, Уолтер. Меня зовут Джеремайя Сильвен Блэк. И я был юристом вашего отца, и это я вам отправил уведомление о его гибели. Спросите об отце, узнайте о семейной ЖД компании, давайте быстрее действовать. Так, мистер Блэк, давайте не будем терять время, что от меня требуется прямо сейчас. Мне нравится твой настрой, сейчас тебе нужно отправиться в Бостон и доставить груз для клерка местной мэрии, мистера Квинси. Взамен он поможет с лицензией для переезда в Бостон, Нью-Йорк. А вот бумаги для переезда из Портленда в Бостон я уже подготовил. Все ясно, отправлю сейчас же. Так, хорошо, левый клик, чтобы открыть карту. А левый клик куда? Где здесь карту-то открыть? А, тупанул, ребятки, извиняюсь. Так, вот, в принципе, мы в Портленде. Чтобы открыть дорогу, кликните левую еще на значок. Так, для проезда по этому маршруту необходима лицензия. У вас есть документ? У меня есть лицензия. Хорошо. Левый клик на город, чтобы продолжить путь к нему. Бостон, соответственно. Так, что тут у нас? Автовход в город, автозакупка угля не будем. Время в пути, прибытие нужного угля. Потребление. Ну, хорошо, ехать. Чух-пух, 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 чух-пух. Собственно, мы приехали, и, ребятки, это изи-каточка была. Так, вам письмо. Контракты по перевозкам доступны в мэрии Портленда. Уолтер, пока ты занимаешься доставкой груза для мистера Квинси, мне удалось пообщаться с клерком мэрии в Портленде. У нас был чудесный разговор, и я смог заверить его, что ты надежный человек и сможешь без задержек выполнять поручения мэрии по перевозкам. Это даст нам возможность заработать больше денег для нашего дела. Если ты будешь успевать выполнять контракты, и отношение к тебе ухудшится, а если не будешь успевать, понятно, то рано или поздно город просто откажется от твоих услуг. Не подведи меня. С уважением, Джеремайя Салливан Блэк. Хорошо. Так, можно посещать некоторые городские здания. Левый клик. Так, добрый день, Альберт Квинси. Это вы, мистер Квинси, Салливан Блэк, получил мне доставить товар для вас. Груз доставлен, можете разгружать. Отлично, дружище, Салливан не подвел меня. А вы, молодой человек, не местный? Я в первый раз вас вижу в нашем городе. Я... Уолтер Рид, сказать правду. Меня зовут Уолтер Рид. Мой отец был совладельцем железнодорожной компании National Pacific Railroad. И я прибыл сюда выяснить, что с ним случилось. Да, я слышал про это ужасное преступление, мои соболезнования. Надеюсь, что вам удастся разобраться, что к чему. Чтобы помочь вам, я могу предлагать вам контракты по перевозкам от нашего города. Это поможет вам заработать немного денег. Большое спасибо. Да, конечно, вот лицензия для проезда между Бостоном и Нью-Йорком. Джеремайя, необходимо поставить на ней свою подпись. Дорога в вашем распоряжении. Так, можно... Вы всегда можете ускорить время, но мы это делать не будем. Ух ты, пассажир, а ну что ты хочешь?
Привет, незнакомец, меня зовут Санити Уорнер. Мне нужно попасть в город Портленд. Ваш поезд следует в этом направлении. Я могу заплатить за билет 60. Необходимые условия. Бостон ниже. Свободных пассажирских мест одно. Я понял. Вот, значит, что у нас... Давайте, собственно, рассмотрим геймплей. Значит, очень красивая такая, как бы, приятная глазу графика. То есть, лично мое мнение, да? Вот мы видим, у нас есть наш вагончик, в котором нету пассажирских мест, а только, соответственно, есть под 5 ящиков объем груза в поезде. Экипаж один человек у нас. Значит, наша максимальная скорость поезда 42 километра, грубо говоря. Мощность локомотива 480 лошадиных сил. Текущая и максимальная масса поезда 13, а вообще 35. Расход угля. И сколько у нас, в общем, пассажиров. Мы можем, как я понял, взаимодействовать в городах с зданиями, с всякими там вот этими там, прохожими и так далее. Так, первая поездка. Прибыть в Портленд. Дать лицензию Джебадая на подпись. Хорошо. Значит, что, мы тогда гоним наш паровоз, гоним, значит, пустым обратно. Потому что нам нужно в Портленд отправиться, ребяточки. Так, вот он Джермайя наш, конечно. Молодец, теперь нам открыта дорога в Нью-Йорк. Мне нужно там быть вместе с тобой, поверь мне, ехать в грузовом вагоне не лучшая идея. Нам нужно заработать деньги на пассажирский вагон. Это я без проблем. Так, теперь в любом городе вам доступен рынок. Давайте посмотрим, что тут у нас за рынок там. Такс. Накопить 400... Наша задача. Накопить 400 долларов, поговорить с Джеремайей Салливан Блэк. Значит, смотрите. Как я понимаю, здесь идет экономика. То есть мы покупаем товар по одной цене и, к примеру, продаем в другом городе по другой цене соответственно. Значит, чтобы что-то купить, кликните на нужный товар левой кнопкой. Также можно перетягивать товар в грузовой вагон. Отлично. Это, конечно, классно. Так, хорошо. Теперь давайте посмотрим. По покупке, по закупке. Ага. Короче, выгодно из Бостона хлопок возить, как я понял, ребятки. Сталь. О! Смотрите, мы в Портленде можем взять сталь и в Бостон ее привезти. Давайте попробуем. А у нас тут есть уголь, нефть. Хорошо, нефть. В Портленде дороже. Уголь. Нет, фигня. Фигня, фигня, ребятки, все фигня. Это что, табак? Алкоголь, табак. Ну, уже, в принципе, у нас будет небольшая прибыль. Давайте возьмем, может, табачка чуть-чуть. Сколько у нас? 200 копеек, да? Давайте. Значит, Министерство здравоохранения предупреждает. Курение вредно для вашего здоровья, но выгодно для торговцев. Могу где-то правду сделать. Так, берем, значит, 5. Забиваем табаком. И, собственно, отправляемся в Бостон. С нашим табачком. Поехали. Текс. Теперь мы должны сейчас продать табак с наценкой. Так. Не пугайте меня, это хлопок. Табак, да. Я его продаю с наценкой. Нет, правильно же продаю, да? Я хочу его продать. Да, 25 за штуку. За 125, ребятки, а купили мы за 50, что ли, получается. Короче, у нас чистые прибыли 100 этих, ой, 50 долларов чистой прибыли. В общем, что можно сказать об этой игре? Как я понял, там чуть дальше мы должны, ну, я честно скажу, я почитал по комментариям, посмотрел там, в общем, ну, прежде чем эту игру качать, да, и я посмотрел, что там потом можно больше цеплять вагонов, нанимать вооруженную охрану, укреплять поезд, с поезда отстреливаться от бандитов, от индейцев, от шменцев, ну, знаете, как по Дикий Запад, то есть, если ты, как бы, тебе дороги твои яички, которые у тебя в седле, да, там, или в данном случае на поезде, то ты должен всегда иметь с собой пушку, чтобы отстреляться там от всяких, скажем так, козлов,
Так, давайте посмотрим карту. Что тут у нас вообще есть? Ютика, Буффало, Филадельфия, Питтсбург, Вашингтон, Ричмонд. Смотрите, какая карта, в принципе, большая. То есть есть где развернуться, есть где покататься. Я думаю, Чикаго, вон, Чикаго Буллс просто. Такие вот родина бандитов. То есть карта, видите, тут есть власть, отношения какие, какие городские здания, что под запретом. То есть это экономическая такая РПГ с элементами, как я понимаю, перестрелок с бандитами и индейцами. Я думаю, что любителям паровозов, вот, к примеру, я любитель паровозов, я, знаете, играю в игру Rail Nation, как бы в этом, в браузере, очень классно. То есть, в принципе, меня, мне эта игра понравилась. Миленько, красивенько, да, возможно, есть какие-то баги, но я думаю, это не смертельно, и с этим можно жить. В общем, игра неплохая, любителям RPG экономических стратегий, я думаю, обязательно стоит попробовать погонять поезд между Портландом и Бостоном и так далее, и попроходить, если это кто-то будет делать, обязательно оставляйте свои комментарии. Кстати, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, свои большие огромные пальцы вверх или вниз, не имеет значения, как вам удобно. Ребят, по поводу стримов пока немножко не получается, но я думаю, что мы с вами с субботы на воскресенье обязательно проведем, 100% проведем, даже 1000000% стрим выходного дня, и я думаю, нам будет весело. С вами был Росси, это был канал Rolly Game Online, оставайтесь с нами, будет весело. Всем пока!